поехали. Ира, как самочувствие? Самочувствие хорошее, но с каждым днем все тяжелее и тяжелее заниматься. Напряжение на ноги, на коленки идут. Ну, это как раз такой момент, когда надо переломить себя, твой дух, заниматься, идти дальше, восстанавливать колени. Сейчас главный специалист наш, я вернул, вам расскажет, почему так происходит. Сегодня у нас пятый день. Сегодня будет у нас восстанавливающая тренировка, полностью, чтобы восстановить мышечные связи, связочный аппарат, разработать, растянуть. Немножко такой как бы день релакса. Все, смотрите дальше. Как самочувствие, Юра? Кручу педали. Правильно, сейчас видите, у нас другой велосипед, чтобы мы немножко, сегодня релаксирующая тренировочка для того, чтобы растянуть четвероглавую мышцу, чтобы разработать коленный сустав, убрать полностью осевую нагрузку сегодня. Вот. Велогончик! Да. На Тур де Франс готовим. Молодец. Сегодня мы играем в БТСМ, видите? Да, сегодня будем работать на блочных тренажерах, вот, специально, для вытяжения, для расслабления задней поверхности бедра, четырехглавой мышцы бедра. Такая релаксационная тренировочка сегодня будет. Сейчас будете наблюдать на видео все. Ага. Все, что он для меня готовит. Цепи, наручники, блин. Вот, умница, опускаешь, поднимаешь, носочек на себя, да, ножка ровненько опускаешь, вот, плавненько работаешь. Что мы делаем? Растягиваем заднюю поверхность бедра, вот, чтобы небо оно было эластичным, убрать напряжение с мышцы полностью. Все, носок на себя, хорошо, 15 повторений выполняем. Как еще можно поиздеваться над чемпионом? Только таким способом. Привязать его, на цепь посадить. Ну ничего, прорвемся. Делал. Каждый день что-то разное, что-то новенькое. Что делать? Более интересные упражнения. И подготовка, и реабилитация. Поехали, 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 работаем, работаем. Ирочка, как самочувствие? Кайф. Хорошо. Из-за того, что каждый раз новое упражнение, что-то новенькое, вот. Это еще больше дает сил, энергии и всего остального. Больше интереса к занятиям. Потому что занятия, упражнения не повторяются. Умница. Работаем, видите, растягиваем заднюю поверхность бедра. Видите, тренировочки может быть и не очень тяжелые, в удовольствие. Как говорится, БДСМ вечеринка продолжается. Короче, Юрий Горбенко плохого не порекомендует и не посоветует. Так что занимайтесь восстановлением колен, даже если надо пройти БДСМ. Продолжаем дальше. Коллатеральные связочки укрепляем, плавненько вытягиваем, полностью коленка работает, и не только умнички. Здорово, здорово работаем. Хорошо. Носочек на себя всегда. Юрочка, как самочувствие? Круто! О, видите? Такую позу еще я не знал. Еще вас ждет очень много нового, да. Плавненько, плавненько, плавненько работаем. Шо. Видите, сколько килограмм? Ребята, у нас здесь 20 килограмм. 20 килограмм. Отлично. Мы же не слабаки.
Для начала вообще, если человек не подготовленный, то надо начинать с 5 килограмм, не более. Так как Юра у нас профессионал, мы немножко ему усложняем задачу. Умница. Мы закачиваем просто бицепс бедра. Это разгибатель самый главный. Вот, немножко была бы легкость, не была такая уверенность. Лучше разгибался. Выполняем по 50 раз упражнения, по 3 подхода. Между подходами минуту-полторы отдыха. На каждую ногу? На каждую ножку. Юра, как самочувствие? Уже чувствую колено. Вот не занимался за действие качанием ног. Вот и страдаю. Теперь на старости лет закачиваю коленки, бицепс, задний бицепс бедра. Ну, вроде ничего сложного. Хотя, смотрю, 5 килограмм. Ну, такое. Продолжаем. Поехали, поехали. Сейчас укрепляем четырехглавую мышцу бедра. Можете увидеть, как мышца работает. Волнообразная она. Вот, видите? Как можете заметить, ножка у нас уже полностью разгибается, в отличие от вчерашнего дня. Причем сразу, буквально с 5-го раза. Здорово. Движемся в правильном направлении. Юра, как самочувствие? Супер. Положительный результат всегда радует. Сейчас у нас статика, динамические упражнения. Разгибаем, фиксируем на 10 секунд. Носочек на себя. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И за 5 секунд медленно коленко сгибаем. Медленно коленко сгибаем. Вы можете наблюдать, как мышечные волокна работают, напрягаются. Умница. Выполняем так 10 повторений. Поехали. Выпрямил, фиксируем, напрягаем мышцу. 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. И медленно сгибаем. Умница. Юрич, как самочувствие? Да, все так же. Хорошо, отлично. Работаем. Конец тренировочки, заминка. Мы раскрутим коленко, чтобы было легкое, подвижное, не было тяжести. 20 минут покрутим и пойдем домой. Как самочувствие? Сегодня очень интересная динамическая тренировка с элементами интересных элементов. Я уже сегодня миллион раз повторил. Но мы продолжаем устанавливать колено. Так что надеюсь, результат заставит себя ждать. День 5 уже почти закончился. Ждите, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Наш специалист-реабилитолог Александр Еремин будет вам отвечать. Так что жду вашего внимания. Юрий Горбенко на связи.